Задали мне вопрос, можно ли вырастить шампиньоны, не имея никакого подвального помещения. Конечно же, можно. Можно это все дело делать в небольших, конечно же, количествах. На балконе все это можно организовать. Поддерживать температуру от 15 до 22 максимум. И влажность 90%. Плюс еще нужна циркуляция воздуха. Для того, чтобы это все создать в одном, так скажем, да, пакетике, вот, в одной коробочке, что делаю я? Я собираю вот так вот резиночкой и немножечко оставляю для воздуха. Вот так вот здесь вот одеваю резинку, простую обычную, и все. И там поддерживается температура, влажность, в общем, все там есть, и все очень хорошо. Когда уже начинает блок выглядеть вот так вот выглядеть, и когда вы увидите такие беленькие вкрапинки, тогда нужно раз в день немножечко брызгать водой, орошать. Ну и тут у меня, конечно же, коты.